Ладно, что я могу сейчас сделать тогда? Внимание, вопрос. Давай-ка сбегаем до Science машины и посмотрим. Так, здравствуй, Science машин. Я могу сделать лопату, вилы и бритву. Ну, лопата штука полезная. Она мне позволит выкапывать всякое. А выкапывать всякое иногда бывает очень полезно. Так, осветительные приборы, эндотермический огонь. Не надо, спасибо. Так, это все неинтересно, это все уже посмотрел. Сервивал. Во! Бэкпэк могу нормально сделать. Наконец-то. Да, наконец-то могу сделать нормальный бэкпэк. Дропнем. Дропнем и дропнем. Понараскидывал. Все. Интересно, я могу? А, нет. Ну ладно. Во, в нормальном бэкпэке хотя бы у меня теперь есть свободное место. Окей, даже но он почему-то... можно подобрать. Он почему-то мокренький. А, нет, прежде всего я должен подобрать мачету. Потому что тут уж чё-чё, а мачета-то мне точно нужна будет. Так. Нет, вообще-то Science Machine меня интересовал. Сервивал, сервивал, сервивал. Дофига сервивала. Есть тут аптечки? Но вот они. Нужен мед. Нет? Нет, да, это для бинтов нужен мед. Нужен, как его? Паучачья пепел. Жопка. Да, пепел и паучачья железа. Да, о, смотри-ка ты, антидот. А это что такое? Какие-то кораллы? Это что-то новенькое, да, это какие-то кораллы. Подожди, а может мазлстик? Ну, хочешь проверить на этих, на кораллах? Да, вот помнишь, такая странная вода была? Да, я не да. уверен, я не уверен, что это там нужно использовать, но почему бы не попробовать? Так, и подожди-ка, у меня есть тут семечко невостребованное. Надо которое, посадить. Да, надо бы посадить. Так, потому что важно поддерживать популяцию деревьев на своем острове. Сохранять баланс. Да, сохранять баланс это действительно важно, потому что, ну иначе, как бы нифига не останется на острове, и как эти, знаешь, как кто там были? Короче, народ острова Пасхи, на собственном острове останешься без ресурсов. Так. Так, я думал, тут какие-нибудь полипы будут, а вон там вот есть полипчик. И венок мой гниет. Вянет. Да, вянет. Важно, на самом деле, как бы помнить, что веночек, он не вечный. Он со временем гниет. Так, ну вот я поплыл куда-то... В другую сторону. А это что? Что за скунс? Не знаю, но мне стало интересно. Поплавучий скунс. Поплавучий скунс. Подожди, а что-то лодка-то ломается у меня со временем. Скат, ну, какой-то. Видимо... Ой, боже. Это мой. Скаты. Скаты, скунсы. Енота, скат. И что они теперь? За мной вяжутся и будут тоже тырить все? Как обезьяны, видимо. Ну реально. Не, они, конечно, клевые. Но я что-то как не уверен. Да. Во, Muzzles! Угу, да. Я давай, же взял ее с собой. Нет, конечно. А, нет, взял, смотри. Точно, можно выращивать. Так, отлично. Окей. Хорошо. Ну, видимо, допустим. Они со временем будут ее облеплять. Ну, я надеюсь, что мне для этого не понадобится делать какую-нибудь сеть. Очень надеюсь. Нет, наверное, нет. Это где было в еде, да? Я сделал прототип, поэтому, по идее... По идее, я могу делать новый мазлстик. Да, вот он. Ну, я довольно много могу сделать мазлстиков. Так, вопрос только в том, чтобы найти теперь эти медийные места. Медийные? Медийные места. Слушай, ну реально, бульдожка. Бульфишка. Так, вот во, еще умазался. Так, плентстик.
Все. Еще сделаем. Так, это интересно, это мне нравится. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что я, короче, как бы не просто так. Не для красоты. Так. Да, да, типа, знаешь, чтобы отметить на карте. Нафиг мне такие отметки на карте. Так. На рыбку лучше не наезжать, мне кажется, если она да, почувствует угрозу, то может быть опасной. Так. Не, ну, видимо, просто красивость. Для разнообразия. О, это что это такое? Всплыло что-то. Не это, понял. Наверное, сейчас. Это плот теряет бревна, скорее всего. Опсик. Ну, у плота реально половина здоровья осталось. Это факт. Так, и мне к ночи нужно будет вернуться, но я, в общем, вокруг острова плаваю, так что вернуться ничего не кажется такой уж не проблемой. Угу. Интересно, а можно прям, знаешь, так сломать плот, короче, и утопнуть нафиг? Наверное, я думаю, что можно. О! А, это водоросли. Да, это водоросли всего лишь. Вот, нет, это... Во, вот он мазался. Так, ну давайте. Новый мазался. Все. Еще сделаем мазлстик. Все. Наваяли. Я еще по северу уже не оплывал, нифига. Правда, сейчас уже что-то дело к ночи. И, мне кажется, пора текать. Так, было бы клево, если бы тут можно было какой-нибудь маркер поставить, знаешь, там, типа, беги туда. И мне на ком-нибудь там. Где-то в интерфейсе показывали. Ну нет, это же слишком просто. Так. Во. Все. Я дома. А чем топиться-то? Бревнами. Придется бревном. Придется топиться бревном. Так, ну что-то. Так, у меня есть мидии. Еще маленько перекусим. Ну, в общем, можно водорослями перекусить. Так. Кстати, ну, а водоросли эффективнее здоровья. Да. Да, да, да. С точки зрения восстановления здоровья они эффективней. Поэтому я, пожалуй, эти водоросли пожарю. Ну, ламинария же, ты чё? Так, бамбук, семечку тоже поджарим и съедим. Все, отлично. Так, и мне все-таки интересно, вот когда будет урожай на мазлсах, если мы правильно поняли механику, по которой они работают, конечно, то знаешь, окажется, что это их вообще нифига надо. Не так. Да, прикармливать. Вот. Я не удивлюсь. Всяким. Ну. Мануром. Так. Плотик там, плотик еще поживет. Поэтому я сейчас пойду. И, слушай, ну правда проблема в том, что у меня, короче, жрачки нету. Вот кроме двух водорослей. В принципе, пока я буду сейчас оплывать остров, я, короче, может, уверен, что я еды-то где-то найду. Да, тех же самых водорослей. Тупо, во, вот, например, видишь, я же не оплывал полностью остров, поэтому думаю, что можно будет. Кстати, у меня есть лопата же. Чё я туплю? Отлично. Я ж могу наконец раскопать эту штуку. Ага. Песочек. Окей. Окей. Не, почему бы нет? Накопал себе песочка. Накопал песочка, да. О, опять плот разваливается. Но он что-то постепенно, да, теряет прочность. Как в чате сказали, разуплотняется. Да, мне нравится. Разуплотняется. Плот стал менее плотным. Угу. Так, главное, когда вот знаешь, так плывешь, и чтобы четко видеть всю прибрежную линию. Это не всегда возможно. Да, это не всегда возможно, но если удается, то это очень клево, потому что сразу так раз и как бы видишь все, что тебе нужно видеть. О! Вобстерден. Я не знаю, что за вобстерден, но мне кажется, это морское чудище, которое нужно будет чем-то выманить и убить. Вот, нещадно убить. Может быть. Замочить вообще беспощадно, короче.
Во. Row to muscles. Давай. Плыви маслом. К маслам. Давай. Посадил палочку. Молодец. Еще одну. И, кстати, это заключительная палочка-то. Финальная. Ага, поэтому мне нужно будет либо добыть новых ресурсов для изготовления палочек, а это... О, тут их прямо много. Да. Ну, тут вот тоже, знаешь, как бы я вот поставил их. Ну, не факт, что их стоит прям на таком удалении, в принципе, ставить. Их же трудно будет там добывать что-то с них, если с них что-то добывается. А вот и новый остров. Да смотри, осторожно. И на нем полипчики... Чтобы у тебя там с плотом все было нормально. Да, да, вот меня беспокоит как раз на самом деле состояние плота. Ты знаешь, так окажешься в ситуации, когда приедешь, ты... Приедешь и не на чем уезжать. Да, приедешь, но не уедешь. Именно. О! Ой-ой. Какие-то башенки из грязи свинья понастроила. Подожди-ка. Да, удочка! Спер свинью. Удочка! Совестный. Да, я такой. Так... Водорослей. Пожрал водорослей. Все. Они даже в сыром виде неплохие. Не, это я не сырые жрал. А, не сырые? Так, 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 тут так. Есть пчелы. Так, а что это такое? А, это зеленая трава там обычно была. Тут трава, есть пчелы. Трава у дома. Да. Тут есть пчелы, это круто. Так, я хочу оббежать этот островок. Проблема в том, что у меня нет бревен. Это нехорошо. Так, и у меня, по-моему. Запасы палочек начинают иссякать, и поэтому мне стоит их пополнить. Во, пальма, сейчас у тебя будут бревна. Ну да, 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 будут. Но сначала важное. Так, а где у меня топор-то? А, топора-то и нет. Нет, все норм, топор есть. Да даже если бы его не было, я бы смог его сделать. У меня есть там палочки и кремень я с собой таскаю. Тут кстати, он вот он. Так, ну давай все-таки действительно распилим пальму. Заготовим. Да, заготовим. Хотя, по идее, я бы должен был эти кокосы, короче, сейчас забрать и отнести на свой родной остров. Чтобы именно там развивать вот эти все посадки, лесополосу. Ну чё их таскать? Ну чё их таскать, да. Лень же. Ну. Так, островок, судя по всему, небольшой, но... Но дал мне удочку. Удочка это клёво. Я могу с её помощью, вероятно, попытаться словить какую-нибудь рыбёху. Словить какую-нибудь рыбёху. Да, такой компактный островок. Угу. Ну и на нём, опять же, вот пара камней с полипами. Я сейчас немножко вправо здесь схожу, где... Карта скрыта пока что. Я думаю, что в этих кучах можно даже что-нибудь кроме песка откопать. Мне так кажется, почему. Или. Ну, например. Так, вот что за вообще скрифинг? Ну, это для. Знаешь, как обычно, чтобы собрать какое-то устройство. Все. Песочек. Только. В данном случае только песочек. Интересно, его можно на костре превратить в стекло? Стекло? Да. Так, ну если я в следующий тоже найду всего лишь песок, то это будет уже как-то... Ну, чё-то это уже как-то несерьезно. Ну, ладно. Так. Домой поедешь? Да, на плотике домой, дело к вечеру уже. Сейчас вот так плыву. У тебя там одна палка устричная осталась, можно воткнуть ее по дороге куда-нибудь. Ага, да, если найдем. Можно уже на следующий день проверить, на самом деле, старые устричные палки. Первые самые. Самую первую устричную палку проверить. Я думаю, есть смысл. Так, вот, там вижу водоросли. Водоросль. Водорослю. О, полипы. Полипы восстановились, отлично. Слушай, ну реально можно жить. Вот, вот на самом деле можно существовать на стартовом острове за счет полипов и водорослей. Реально, полипы и водоросли, короче, и можно прямо жить. Это клёво. Вот, вот на самом сюда деле. Палку. Да, да, сюда палочку. Плент. Единственное, да. Что я опасаюсь, что может быть дерево.
что, может быть, дерева будет недостаточно. То есть оно будет вырождаться постепенно, это дерево. И его просто как бы иссякнет запас. Вот, вот чего я опасаюсь. А так... Так, кстати. У меня 3 бревна есть. Я должен добежать. Успеть. Все. Ну, отлично, успел. Успел. Так, можно даже поесть. Я сейчас приготовить себе питательный ужин. Устричный. Да, ужин насыщенный йодом. Да. Так. Минералами всякими. Так, все, еды себе маленько заготовили, семечки тоже заготовим, на самом деле, потому что нафига они мне. Пока вроде бы не видно, чтобы они мне для чего-то были нужны. Мне сейчас интересно попробовать две вещи. Первое, это посмотреть, что там с устрицами. Вторая, это половить рыбу. Хочу попробовать половить рыбу. Мне вот интересно просто, да, как это... Да, это было бы интересно. Да, так, поэтому посмотрим, где там наш плотик. Нужно вверх бежать, понятненько. Так, а вообще... Ну, если окажется, что а палочки эффективны... А вообще веночек дохнет. Да, я знаю, я обратил внимание. А вообще, если окажется, что вот эти палочки, которые я сажал на устричек, эффективны, то будет тогда... Смысл в том, чтобы подобывать ресурсы, необходимые для производства этих палочек. Вот. Только аккуратно плыви, потому что у тебя да там... Да, я ж всегда. Полипчики. Нет, я сказал полипчики. А где мой плотик? Выше. Окей. Так. Давай на плотик. Так, 43 хитпоинта. Интересно, а что вообще лучше изготавливать? Новый плот или репайр кит? Не знаю, репайр кит чего стоит? А, репайр кит геморройный. В данном случае мне проще новый плот изготовить. Ну вот, да. Вот лично мне проще новый плот изготовить. Так, там еще видел место для полипчиков. Да. Так... А рыбачить можно вообще в любом месте? Или а вот фиг там, знаю. Где рыба? Давай попробуем. Ну, я как бы могу, конечно, ударить ее удочкой. Веслом? Да, веслом. Мне кажется, что это как-то мало это эффективно будет. Не очень вежливо с твоей стороны. Я думаю, она может какие-то обидеться. Какие-то чайки летают. Это не так. Чайки, это туканы. А, да, наверное. И, пожалуй, я буду собирать водоросли, потому что они показали себя как хороший источник. Как хороший источник. Всего. Да. Хороший источник реально всего. Как полезный продукт, в общем. Во всех смыслах. Так. 34 хитпоинта у плотика. На новый плотик деревяшек-то нету пока. Там нужно целых 6 бревен. Так. Все. 32 хитпоинта. Блин, ну тут реально довольно много вот этих мест на самом деле для маслсов. Вот и здесь, и там выше было еще одно. Ну, то есть, если облепили уже там, то это круто. Так, главное на енота рыб не напороться, а то они меня начнут все тырить. Наверняка. Шкодные такие. Такие шкодные, Марин, ты не представляешь. Шкодные, говоришь. Да. Шкодливые даже, я бы сказал. Ну, на самом деле, не факт. Вот не факт, что уже можно собирать, потому что... Все, я уже пойман, да? Да, попал под их влияние. Вроде пока обхожу. Не, нифига, видишь, пока ничего нет. Все. Попал под влияние. Что-то, да, пора уходить. Это не еноты, это скунсы, они, видишь, воняют на тебя. Все, пошли нафиг, скунсы. Вонючки, а. Так, ну, с маслсами пока ничего, как бы. Ну, что-то они пока это... еще не отросли. Ну, видимо, хотел, рано. За один день... Да, видимо... Ну, я-то хотел, да, чтобы за один день розетта, короче, и все круто. Розетта. Розетта. Так, съедим семки.
Все, то надо пробежаться по полипам, вернуться к лагерю, посмотреть, что там я еще с научной точки зрения могу. Ты порыбачить сделать. Захотел? Хотел, но негде. Судя по всему. Вот так. Я думал, что как-то удочкой можно будет прям в открытом море фигачить. Но нельзя. Так. Говорят, что если собрать, если ты захочешь сделать новый плот, то лучше делать его из бамбука, он быстрее и не разваливается. Вот не разваливается, это финальный аргумент. Я, пожалуй, тогда действительно пойду, добуду себе бамбука. Вместе с ним лиан добуду себе и запилю. Так. Так, 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 так. Где тут семечко упало? Можно было с палки собрать, да? Я тогда вернусь сюда еще. Господи, тоже у меня проблема. Я пока вроде бы такого кризиса еды не испытываю, да. Может быть, даже в этот день прям. Мне даже кажется, она как-то более дружелюбна, чем обычный старф. А знаешь почему? Возможно. Потому что еще не наплодили всякого. Во-первых, да. Во-вторых, они все-таки поняли то, о чем я говорил. Они поняли, что нужно развивать контент не вглубь, а вширь. Вот, и это слава богу. В-третьих, то, что они делали ее не одни, насколько я понимаю. Потому что я находил рекламную картинку, и там значилась не только студия Клей, но еще и студия Капи. У которых на логотипе Капибара, они тоже очень прикольные игрушки делают. Вот. И, возможно, они как-то оказали влияние вообще на этот проект. Ребята, давайте сделаем нормально. Короче, такие, стоп, ребята, в этот раз давайте сделаем нормально. Так. Мне пока действительно нравится. Ну, то есть как, не то чтобы прям я дико офигеваю, потому что это все-таки Don't Starve, да, тут не так, ну, то есть я откровения пока не испытал. Но мне нравится пока то, что я вижу. Так, ну, пик muscles, типа подобрать палку, что ли? А, смотри. Смотри, она большая. Ну фиг знает. А может, если подождать, их будет больше? Ну фиг знает, Марина. Ну чё-то я не знаю. Может, она видимо, крутая? Ну может быть, я её поджарю ночью и посмотрим. Но пока что-то я не уверен, что в этом есть понт. Я думала, ты там прям собираешь там целую кулю устриц, ладно, 10 загнула, ну, но 10 ты загнула. 4 так, хотя бы. Подожди-ка. Что такое? Нет, мне показалось, что я слышал гончих. Боже мой, что ты так пугаешь? Ну, мне действительно показалось, что я слышал гончих. Конечно, я сам напугался. Страшное дело. Да, это реально страшное дело. Так. Я такой думаю, гончие, мать моя женщина, что делать-то? Все пропало, власть снова меняется, доставайте буденовки. Так. Там вон ягодки созрели. Сейчас, да. Ягодки обязательно возьму. Я просто хочу посмотреть, сколько стоит плод. А, ну в принципе дальше только лианы. Так. Пойдем-ка уже, пожалуй, ночевать. О, да. Полнолуние! Гуляем, ребята! Главное, свинью не встретить. А нет, кстати, свинья в доме, по идее. В полнолуние то свинья, насколько я помню, не опасна. В доме сидит и не упендривается. Ну, вдруг он не успел домой. Но я все равно туда не пойду, на всякий случай. Так, давай съедим. Так... Скоро венок сгниет окончательно. Ну хорошо, на плотик я, в общем-то, насобирал уже себе на какой-то более-менее приличный. Ну, что-то я реально не знаю, короче, по поводу вот этой темы. Ну, не знаю. Я имею в виду про палочки. Хотя вот стоит все равно закинуть какой-нибудь горючки, просто чтобы приготовить эту устричку. Посмотреть, что она из себя приготовлена, да. Представляет. Посмотреть, насколько она питательна. Да. Так. Все.